В городе Елец Липецкой области в ночь на субботу произошел взрыв газа в жилом доме. В результате разрушился один из подъездов двухэтажного дома. Погибли три человека, в том числе ребенок. Еще шестеро пострадали. Прокуратура назвала предварительной причиной взрыва неисправность газового оборудования. Следственный комитет возбудил дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. За последнюю неделю это уже второй взрыв газа в жилом доме, приведший к гибели людей. Предыдущая трагедия произошла в подмосковном Ногинске 8 сентября. Ее жертвами стали 7 человек.